Добрый вечер. Приветствую всех любителей русского рок-н-ролла. Краткое вступительное слово. Я знал и нашего дорогого человека очень много лет. Не могу сказать, что близко. И даже случилось так, что в середине 70-х был момент, когда у нас была совместная репетиция. Ну, история была такая, что одна группа уезжала куда-то работать в филармонию, а их должна была заместить какая-то группа. И дошел слух до нас. И в Кровью Калинина такой есть. Вот собрались такие неожиданные люди. Вот Юра, я, еще пара человек. Я уже не помню, кто это был. И сговорились немножко порепетировать вечерком. Значит, уже днем отъехать в далекий загород и сыграть. И точно помню, что репетировали две вещи, во всяком случае. Одна из них «Слейд», а другая вот из репертуара отечественного, так сказать, рок-н-ролла. Нашей любимой с Юрой группы. И самое интересное, что это не произошло. На следующий день Юра не пришел. И мы начали без него. Так судьба нас не свела с ним в тот раз. А нет, может быть, лет 7-6 тому назад мы снова оказались на юбилее одного нашего очень близкого друга. И там тоже вот играл, вот, между прочим, эта же группа. Да. И я вызвался спеть ту самую песню, которую мы когда-то репетировали перед отъездом в пригород в этот. Вот. Юра выскочил тоже, сказал, что я вру слова. Правда. Да. И таким образом мы все-таки ее допели до конца. Вот эту песню я сейчас мы попытаемся вспомнить и сыграть. У нее есть репутация любимой песни, написанной не им, но его любимая его песня из вот как бы тех лет. И она в каком-то смысле повлияла в то время на его творчество, потому что некоторые песни его романтические были написаны в этом духе. Спеши к рассвету, его лучи.